Курение довело до преступления. Дальнобойщик из Молдовы насмерть сбил пенсионерку после того, как употребил марихуану и отправился в рейс. Наличие наркотика в его крови показала экспертиза. Как все было, зафиксировала камера видеорегистратора. Это Копейское шоссе. Как только женщина вступила на дорогу, большой груз начал движение. Установлено, что пенсионерка пошла на разрешающий сигнал светофора, но не успела перейти проезжую часть, а водитель уже тронулся на желтый. Расследование уголовного дела закончено. 35-летний уроженец Молдовы уже вскоре окажется на скамье подсудимых.